принимается сознанием, и все это одновременно. Тело и сознание. Сознание и тело. И перестаем шевелить пальцы на руку и ног. Делаем глубокий полный вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий полный вдох во все тело. И выдох во все тело. Потягиваться за мышцами от головы. Потягиваясь, потягиваясь, все тело полностью просыпается. Потягиваемся, потягиваемся. Приятно потягиваемся. И затем удобным для себя образом потихоньку помаленьку, без резких движений, сохраняя состояние безмолвия, начинаем присаживаться. Присев, ноги свободно перекрещены, спинка ровная, макушка тянется вверх. Большой указательный палец мягко соприкасается. Глаза полуприкрыты. Видна полоска света. И мы чувствуем себя. Чувствуем, что нового появилось в ощущениях себя и в восприятии окружающего нас пространства. Чувствуем внутреннюю тишину, покой и умиротворение. И все это постараемся сохранить в себе как можно дольше, чтобы в любой момент нашей жизни мы могли вернуться к этому состоянию внутренней тишины, спокойствия. Глаза чуть приоткрываем, руки через стороны, ладони перед грудью, плечи и локти расслаблены. Мы чувствуем руки, чувствуем соприкосновение, тепло, возникающее между руками, чувствуем волну ощущений, идущих от рук ко всему телу. Внимание скользит в глубину груди. И из глубины груди со вдохом мы расширяемся своим энергетическим телом, делаясь больше, сильнее. А с каждым очередным выдохом из сердечного центра поток безусловной, чистой любви направляем на все живое на Земле, всю планету и всю нашу Вселенную. Вспоминаем своих близких, родных, любимых и им направляем свой поток из сердца. Вспоминаем партнера и партнеров, с которыми вы работали, и от сердца благодарим своих партнеров.
Большие молодцы сегодня. Хорошо поработали. Есть такой феномен в практике, называется внутренний гуру. Что это такое? Это значит, что каждый из нас в жизни встречался с теми людьми, на которых мы старались быть похожи. В детстве это мама, папа, чуть-чуть повзрослее дедушка с бабушкой, чуть-чуть повзрослее окружение, родственники, сверстники. Вот. Те, у кого мы постоянно что-то брали, чему-то учились. Учителя в школе выступили. Старшие товарищи, которые что-то подсказывали, какие-то примеры своим вели за собой. Книжные персонажи, образы из кинематографа. И все это вот вместе, можно сказать, внутренний гуру. Но на это наслаивается еще и коллективный опыт всего человечества и дочеловеческих цивилизаций. И порой этому, скажем, конгломерату некоторого опыта, который уже есть у вас всех, нужно какую-то значимую, важную для вас фигуру воплотиться, чтобы какую-то информацию до вас донести. Когда, допустим, если вам снится, что я или Наташа, и вы вместе, один наслоившись на другой, когда то один вперед выступает, то другой, нечто вот это, начинает вас чему-то учить, знаете. Нам есть чем заняться, не поспать каким образом. Вот. Это вы сами себя учите. Просто уж так совпало, что занятия вам понравились у нас. И ваш внутренний опыт, ваше подсознание взяло наш слепок и создало такую определенную, относительно независимую от вашего сознания структуру, к которой вы можете прислушиваться. Так что, если что, вам что-то такое снится, какие-то техники мы показываем, знаете, сами себя учите, стоит к этому прислушиваться, доверять и проверять. Вот у меня у самого, когда я занимался йогой, у меня сразу, в общем-то, иллюзий не было, я понимал, что это я сам. Те люди, на которых хотел быть похожим, появлялись, что-то иногда советовали. Вот. Но у меня, что называется, никаких сомнений не было, что это просто мое подсознание так меня учит. Я к этому прислушивался, работал, нарабатывал. Получилось. Потому что когда мы все разъедемся, тут-то все и начнется. Накатит называется. Волна пойдет определенная. В хорошем смысле. Вот. Тренироваться самостоятельно захочется, какие-то внутренние инсайты пойдут. Осмысление. И когда мы в видеозаписи на сайте говорили, что мы руководствуемся стандартами индийского йога-альянса и предлагали, что вы будете написать каждой теме по одной реферативной работе. Это не научная диссертация, это всего лишь 10 или 15 машинописных листов. Я удивляюсь, что кто-то очень большим удивлением к этому относится. То есть у нас мы какие темы изучили? Изучили мы с вами историю йоги, достаточно подробно мы все увидели. Философия. Психология. Для чего это делается? Это не детсад, то, что мы занимаемся. Это определенная самодисциплина. И реализуется принцип свадхьяя. Вот. Это ежедневное изучение развивающих текстов. Чтобы вам выдать 600 часов теории практики, это где-то около 200 очных часов, а все остальное заочные часы. Предполагается, что вы примерно около 3 часов каждый день занимаетесь изучением неких научных источников. И все это оформляете в работу. У нас очень мягкие требования к реферативной работе. Чтобы эта информация показалась интересной группе, интересной и полезной, чтобы вы могли об этом своими словами, может быть, немножко заглядывая в бумажку, рассказать. И я постарался подобрать такие источники, которые вам действительно, ну, интересно и полезно будет прочитать и ознакомиться. Соответственно, народ, написать реферат — это же фигня по легкости. Просто нужно
какую-то ерунду немножечко сократить в жизни своей, чтобы выделить вот на это. Это очень важно, относитесь к этому серьезно. По поводу философии и психологии я выдам тему вам завтра, и вы это обнаружите. Соответственно, поэтому тоже будет определяться зачетный балл. Если человек не сдаст реферат, либо будет мямлить, при всем уважении к вам, при всем, что называется, симпатии, благодарности, что вы сделали такие правильные выборы, иногда преодолевая сильное сопротивление со стороны, вот, придя к нам учиться. Ничего личного. Есть определенные высокие стандарты. Мы постарались их насколько можно смягчить. Вот. Реферат не зачитывается, надо переписывать. Реферат не зачитывается, надо, что называется, побольше на это внимание обратить. Пересдача реферата будет стоить денег, потому что это очень сильный мотивирующий фактор. Вы подготовитесь к этому, расскажете своим близким по тренировке, расскажете кому-то еще по поводу тем, которые вы изучаете, и потом уже придете на группу подготовленную. И с огоньком, зажигательно, расскажете о своей теме. Может быть, придете какие-то примеры, может быть, что-то продемонстрируете. Ну, опять же, извиняюсь, если для кого-то это новость, но придется немножечко поработать с собой. Защита реферата сколько лет? Половина длится? Ну, где-то около 10 минут. 10-15. 15 максимум. А как защищать? Защищает, ты говоришь, тему своего реферата. Вот. И, что называется, краткую выдержку всего этого. Некая постановка проблемы некой. Обзор источников вот, информации. И ее раскрываешь, эту тему. Потом мы задаем вопросы, аудитория задает вопросы, ты на вопросы отвечаешь. То есть, ну, вот есть, допустим, книга толстая, ты ее прочитываешь, делаешь некую такую, ну, самый легкий вариант сделать компиляцию. То есть, некие мысли или абзацы, характеризующие концепцию каждой, допустим, ну, основную концепцию книги ты делаешь, по-своему так немножечко переосмысляешь, это доносишь до аудитории. Чем тебе интересна эта тема показалась, почему она именно тебе досталась, что ты в ней нашла для себя. И, скажем, доносишь эту тему до людей. Ну, на этом мы потихонечку будем закругляться, потому что время уже позднее, так хорошо поработали.